Студенты из МГУ с различными особенностями здоровья решили этим летом на месте не сидеть и устроили для себя настоящее испытание. Пол июня они путешествовали по пришкольным лагерям Читы и показывали мастер-классы по адаптивным настольным спортивным играм. Я проводил мастер-класс по адаптивным настольным спортивным играм, в частности, это был эластик. Я увидел там много довольно активных детей, которые проявляли непосредственный живой интерес. Более того, их реакция была действительно довольно яркой. Дети реагировали в том смысле, что хотели поучаствовать, прям в очередь выстраивались, соперничали между собой. Я хочу участвовать, я хочу быстрее. Интерес проявился. Научить детей новому и замотивировать их к здоровому образу жизни. Именно с этой целью студенты отряда «Ойкос» решили провести эту акцию. Поучаствовать успели больше 900 школьников из 22 школ города. Самое максимальное это было к Дню защиты детей в парке «Адара». Работала площадка, волонтеры «Ойкос» показывали, рассказывали. Это было более 250 детей. И дальше уже 270 в других школах. Это был такой процесс пролонгирования, потому что школы, школьные лагеря работали до 23 июня. И мы смогли иметь место оптимизировать нашу работу уже по площадкам школьным. Победители соревнований получили памятные призы и награды. По словам Сергея Кохана, это не последняя подобная акция. В будущем волонтерский отряд будет проводить как можно больше таких мероприятий. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК «Забайкалье».